Привет всем. Сегодня мы посмотрим дом за 395 тысяч долларов. Вот район. Тихий, спокойный. Пойдем вовнутрь. Здесь еще чуток снаружи дорабатывать будут. Но внутри дом готов. Он не обставлен мебелью. Это ремодел. Это дом не новый. Он был после пожара, его перестраивали. Домик небольшой, но довольно уютный. Вот здесь большой зал вместе с кухней. Здесь прачечная. Здесь гараж. Гараж на две машины. Идем дальше. Еще одна комната. Так, здесь свет не работает, походу. Со шкафом. Шкаф длинный такой. Купейными дверями, или как здесь называют, slide door. Еще одна комнатка. Также шкаф, чуть поменьше. Вот здесь вот кладовочка имеется. Ванна. Домик не особо богатый, и цена у него не особо большая. Простой, скромный дом. Конечно, если его обставить мебелью, он будет намного красивее. Так, шкаф еще здесь, да? Здесь шкаф еще есть довольно большой. Шкаф просторный, ну, относительно других комнат, но полок мало. И задний двор. Тоже маленький, компактный. Небольшой сарайчик. Вот так вот. Ух, погодка разыгралась. Берите, покупайте. Будьте счастливы. Спасибо. Пока.